карие глаза можно сделать голубыми, если вы давно мечтали. Лазер специальный уничтожает в радужке пигменты, и карие глаза становятся голубыми. Операция длится всего 20 секунд, стоит $5000. Безопасность такой процедуры еще не доказана, но в Коста-Рике и Мексике кареглазые уже вовсю становятся голубоглазыми. Другие страны пока с осторожностью относятся к играм с природой и не разрешили проводить подобные манипуляции. Правильно. Со зрением. Слушай, а в когось блакитні очі від природи. Ой, Юля наносит линзы. На комплименты, хотя это я.